Друзья, всем привет, с вами, как всегда, Алексей Крылов. Со мной жена Алексея Крылова, Диана Крылова. Мы находимся в ОАЭ, город Дубай. Вот. Мы сейчас приехали в район центра, точнее, это даунтаун называется район. Короче, куда мы отправляемся? Мы идем к башне Бурдж-Халиф и посмотрим на дубайские фонтаны. В общем, у нас такая будет вечерняя прогулочка. Дубай-Молл. Нет, так под башней Бурдж-Халиф находятся фонтаны Дубай-Молл. Вот, я говорю, мы идем вот к этому месту. Так что просто Бурдж-Халиф больше знают. Так вот, чем там дубайский фонтан, я думаю, и Дубай-Молл. Я про Дубай-Молл вообще ничего. Это... Так, нам нужно перейти на другую сторону. Сейчас начались распродажи, но Алексея, честно скажу, шмотки не интересуют. Все уже давно это поняли. Ну да, все поняли, ну не знаю. Не, ну как, интересуют вот по надобности. Вот уже там рвутся, что надо купить новую. Вот так. То есть я так за шмотками особо не бегаю. Так, мы сейчас идем в сторону метро, но в само метро мы заходить, я так понял, не будем, потому что нам просто нужно перейти дорогу. Дорогу здесь так просто не перейдешь. Смотрите, это одна из самых крутых улиц. Вот как она выглядит. То есть тут небоскребы здесь просто. Днем здесь мега круто. Место, где мы сейчас находимся, называется Шейх Зайд Роуд. То есть вот это главная улица. Шейх Зайд — это, получается, первый президент Объединенных Арабских Эмиратов. Вот, и в честь него тут, ну, много чего названо. Вот это белая мечеть в Абу-Даби — это тоже в честь его имени. Вот он начал ее строить, но так и не увидел ее окончания стройки. Кто-то ездит на Феррари, кто-то ездит на Порше. Мы, ребята, простые, мы дойдем пешком, правильно? Вот. Все по-простому, по-обычному. Кто-то ездит на метро или на автобусе. В этом районе, как эта улица называется еще раз? Шейх Зайд Роуд. Находится огромнейшее количество отелей. Вот мы когда ездим на экскурсии, обычно вот собирали много людей именно в этом районе. Поэтому, если вы выбираете самый дешевый вариант, скорее всего, будете жить где-то в старом городе, где мы живем. И впечатления Дубая у вас будут как? Когда вы приедете, вы будете в шоке. Либо вы можете жить где-то в этом районе, здесь, наверное, все подороже. И когда вы приедете сюда, вы будете в другом шоке. Вы будете в шоке от того, как здесь все мега офигенно и круто. Так вот, просто у нас такое все, ну, вы видели, я живу. Поэтому все зависит от суммы, которую вы заплатили. Но мы, смотрите, получается, в отеле сколько мы находимся? Мы рано утром, например, на экскурсию сегодня уезжали в 7:30 утра. Рано утром мы уезжаем, в отеле мы не появляемся, у нас идет дневная программа долгая. И потом мы сразу идем куда-то на вечернюю прогулку. То есть в отеле это так, пришли где-то к часам 12, переночевали. И пошли опять где-то гулять, потому что масштабы здесь просто огромнейшие. Вот он, Бурдж-Халиф. Вот, в принципе, к нему мы сейчас и направляемся. Отсюда его очень классно видно. Здесь, наверное, тоже будет какой-то небоскребик. Вот здесь такая площадочка. Напоминаю, что Бурдж-Халиф — это сейчас самое высокое здание в мире, но через 2 года, сказали, построят еще выше. То есть уже как бы в плане, уже там есть макеты. Вот, по-моему, в Бурдж-Халифе там можно зайти и увидеть этот макет самого высокого здания в мире, которое будет за ним. Они его, почему не торопятся? Они могли его уже сделать. Бурдж-Халиф, на Бурдж-Халиф они потратили 4 миллиарда, да, сказали? На следующее здание они потратят 2 миллиарда. Они не торопятся делать, потому что, чтобы этим привлекать туристов. Вот, в принципе, современная архитектура. То есть... Сколько людей сюда мечтают приехать, чтобы увидеть, например, тот же самый Бурдж-Халиф. Мы сюда приедем, типа все увидим, но через 2 года здесь столько всего нового появится, что мы опять захотим сюда приехать и увидеть все по-новому. То есть это уже будет совсем другой город. Тут проблема заключается в том, чтобы перейти вот эти все переезды и попасть туда. Тут, короче, ну, ни переходов, ничего нету. Здесь просто все мега и мега очень круто. Здесь небоскребы. Давай сейчас перебегаем. А мне, знаешь, перебегаем светофорчики. Так. Бежим, 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 бежим. А, подожди. Все-таки есть зебры, просто нужно найти возле вот этого Бурдж-Халифа зебры вот. Такая развязочка есть, нормальненько. Перебегать ничего не нужно. Ну что, вот мы заходим в Дубай-Молл. Смотрите, местные ходят вот в таких вот одеяниях. Хоть ты миллионер, хоть ты обычный этот, короче, вся одежда у них одинаковая. Да. Хоть ты президент. Смотрите, здесь, короче, нужно в Дубай-Молле ориентироваться либо по Google картам, Диана тут по Maps.me ориентируется, потому что он просто огромнейший. То есть это самый большой в мире торговый центр. В Дубай-Молле находится Apple Store, или как он? iStore, правильно, да, iStore называется. И выходит он с видом на фонтаны, по-моему. Там, где крутые магазины, людей очень мало. А там, где все подоступнее, людей огромное количество. Ну что, вот мы вышли к фонтанам. Людей здесь огромнейшее количество. Здесь много кафешек, короче, здесь много всего. Наверное, шоу основное будет там, потому что там скапливается основная масса людей. Наверное, нам нужно двигаться туда. Люди позанимали места на мосту. Вот. Вот люди где-то сверху пролезли, им как-то это удалось. Можем, смотрите, посмотреть снизу, а потом посмотрю, как пролезть туда наверх. Смотрите, есть магазин Nike, с которого можно посмотреть, а есть огромное количество кафешек вот прямо, и там можно сесть, что-то поесть. Я думаю, ну, у меня просто знакомые там ели, смотрели, говорят, ну, на баксов 70. Ну, там пару салатиков, кофеечек, вот так вот. Но зато посмотрите спокойно на фонтан. Ладно, там был Никита, хорошо, там был мой брат. Я думал не сдавать его. Там был Никита, и он сидел и смотрел там на фонтан. То есть можете у него спросить точно. Что самое интересное, когда мы ходили в этот Дубай-Молл, ни через какие рамки мы не проходили, никто ничего не просвечивал, не сканировал, не звенел. Вот, охрана как бы тут есть, но все тут кажется вообще без охраны в этих Эмиратах. Но говорят, самая крутая охрана — это тогда, когда ты ее не замечаешь. Вот так, ну это реально так будет. Ну вроде кажется все так. Не, на Бурдж-Халиф, да, понятно, там все просвечивали, вот, но в таких массовых местах как-то вот. Смотрите, короче, шоу идет 3 минутки, все. Но круче всего, наверное, смотреть с тех кафешек, потому что оно идет по полностью по фонтану, либо откуда-то с угла, то есть, чтобы был полный обзор на фонтан. Ну что, ты увидела легендарнейший дубайский фонтан. Расскажи, какие впечатления у тебя? Хочу еще посмотреть. Да. Не, ну интересно, это первый музыкальный фонтан? Да. Ну, в Барселоне был очень крутой, мне понравился. Но там мне музыка что-то, ну, так тихо звучала, что как-то, ну, вообще не знаю. А здесь первый раз увидел, что струи двигаются в такт. У каждого там своей струйки был какой-то музыкальный инструмент. Что четко в ритм как-то оно так попадало. Вот это меня удивило. Тут была как раз арабская мелодия, и они, да, этот, в арабском стиле. Танцевали тоже в арабском стиле. То обычно музыкальные фонтаны, это так, врубается музыка, и там что-то в хаосном порядке струйка попускаются. Вот я всегда слежу и не вижу, чтобы они попадали как-то в такт. А здесь именно четко в такт и реально даже в стиле арабской музыки. Это меня прям очень удивило, поэтому, ну, прикольненько. Ну, конечно, нужно просто смотреть с хорошего ракурса это все дело. Итак, вот Apple Store, и там есть обзорная площадка. Здесь еще выстраивается очередь. Тут, короче, еще не всех пускают, получается. Итак, понятно, здесь много людей, но вот тут площадка с хорошим обзором, чтобы посмотреть фонтан. Здесь будет видна полная картина. Что, Дим, тут лучший обзор? Надо пораньше приходить. Ну да, просто здесь нужно быть высоким. Это была другая мелодия, совсем другое шоу, реально очень круто, просто очень. Мега офигенно. Это надо смотреть сверху. Это нужно реально, да, видеть сверху, желательно сесть в какую-то кафешечку, вот. Ну, вот с Apple Store просто офигенно. Есть только одна проблема, чуть хуже, потому что музыкальный. Да, но это лучший музыкальный фонтан, который я видел в своей жизни. Не, ну потому что он двигается круто. Обычно все, которые я видел, они не попадали в такт. Он реально танцует. Народу просто много, но в принципе, я так понял, это все рассчитано и продумано на такое огромное количество людей, поэтому, ну, толкучка есть, но, во-первых, не на всех этажах. Вот шоу закончилось, пошла толпа. На других этажах такого нету, но нигде столпотворений. А? Елочка Сваровская. А. Да. Зашли в магазин Victoria's Secret. Короче, тут такое ощущение, как будто ты на секонде находишься, надо рыться. Хотя ценничек тут примерно вот по 30 баксов вот это распродажа уже. Ну что, будем покидать это прекраснейшее место. Ничего мы себе не купили, мы погуляли, короче. Просто, чтобы здесь что-то купить, нужно столько сил потратить. Ты бы что-то купила бы себе? Все, скажем пока Дубай-Моллу и идем Дубай-Метро. То есть из самого крутейшего района мы выдвигаемся в старый город, да, Один район Дейра, как бы. Кого не послушай, говорят, хочу ехать в Дубай, скажу, только не в район Дейра. Правильно? Смотрите, короче, купил себе, просто подошел к окошку и сказал, тут тикет, и мне нужно на Union Station, метро называется. И получается, она мне дала две карточки, стоит это 16 дирхам. То есть проезд на двоих. Сколько это стоит, давай посчитаем. Итак, проезд в метро, смотрите, нам, чтобы добраться, на человека $2.20. Вот. В итоге за двоих $4.40. Но здесь такая тема, пишут только девушки. Подождите, а нам надо найти, где можно мужикам и девушкам, получается, отдельные вагоны. Метро, смотрите, закрытое. То есть здесь тишина и спокойствие. Вагоны, получается, цельные, все цельное, нету каких-либо перегородок, да? Эти карточки нельзя выбрасывать, их нужно сохранить до выхода. все есть. Здесь метро работает как-то по зонам. То есть мы проехали две зоны. Чем больше зон ты проехал, тем дороже заплатил. Вот такая здесь тема какая-то. Но еще у местных есть пластиковые карточки. Наверное, знаете, вот это как... Мы... А? Это не только местно. Да? Не, ну не уместно, то есть у людей пластиковая. Это, наверное, как в Москве, знаете, карта вот эта тройка, наверное. Пополняешь, и проезд будет дешевле стоить. Может быть такая тема здесь. В общем, надо про это все будет почитать и узнать. Но я думаю, нам такая карточка не нужна, потому что мы на пару раз на метро поездить, и все. Ну что, мы пришли в нашу любимую кафешечку, которая находится на станции Union. Мы здесь живем. Но цены здесь, как по сравнению с тем местом, где мы только что гуляли, здесь, например, там мы можем за 19 или за 20 взять чашечку кофе дирхам. А здесь на 20 мы можем взять полноценный обед. Просто вот даже курица, например, 12, еще какой-то там рис за 4, уже будет 16, уже можно наесться. И так, мы заказали суп за 8, но он сказал, курицу добавлять, я говорю, добавляйте, возможно, будет стоить дороже. Потом мы заказали себе еще нудл с овощами и вот это вот chicken манчуриан, вон, такое и такое. И еще 2 чая карак. Итак, нам принесли курицу, супчик и нудлс. Вот мы себе. Короче, все приносят большими порциями. Поэтому заказываем только одно блюдо на двоих. Попробуем суп. Ну что, мы поели. Все очень круто. Короче, наша любимая кафешечка. Я уже, буду ее специально рекламировать. Modern Palace. Ну, реально очень вкусная. На... Как станция называется? На Union, да. Вот станция. А вот они тут находятся. Короче, до 4 утра они работают. Мне так понравилось, нравится, как они готовят, прям вообще круто. Ну и цены там очень классные. Все-таки у нас классный райончик, потому что возле нашего отеля и торговый центр, и метро. Причем метро выбирает, ты заходишь, выбираешь красная линия, синяя, да, линия там или зеленая? Зеленая линия. В общем, все, расположение мега офигеннейшее, мега крутое, цены классные, все супер. Но, как бы, отель... Я вам скажу по секрету, в нем даже нет горячей воды. А? Ну, отель убитый, да. Просто взяли, же говорю, самое... Я просто посмотрел, сказали, я говорю, что есть самое дешевое. Показали, посмотрел, метро есть. Я вообще ничего не знаю, что здесь. Не знаю, как... Да. Не знал, какого качества здесь отели бывает, что здесь и как тут вот. Теперь буду знать, но честно, это мне отдых не испортило, потому что время мы здесь проводим мега офигенно, мега круто, мега суперски, мега классно. Смотрите, мы зашли в Carrefour, это супермаркет. Тут цены как бы считаются очень низкие. Вот можете посмотреть цены. Получается, 1 доллар стоит 3,6 дирхама. Цены буду называть дирхама. Смотрите, киви. Иранские 8,10 и 7,75. Яблоки 4,25 дирхам. Мандарины 9 дирхам. Вы уже там конвертируете. Апельсины 5 дирхам. Лаймы 5,50. И другие лаймы. То есть это вьетнамские. Из Индии получается 5,50. Вьетнамские 6,95. Давайте дальше посмотрим. Так. Ананасы. Почем ананас? 7,95, да, дирхам? За одну. Короче, да, примерно... На них очень сладко. Капельку больше $2. Так, что еще тут может быть интересное вам? Бананчики 5,40 дирхам. Еще бананы. То откуда у нас? Так, Филиппины 5,40, а эти из Индии 10,95. Потом давайте посмотрим. Виноградик. Виноградик у нас 7,40 и 13. То ли за упаковку, то ли за килограмм, непонятно. Потом, орешки не знаю. Вот грецкие орехи, смотрите. 33,50 из Франции. Причем, видно, какие-то тут не очень такие. Дынька. Дынька из Ирана 7,95 за килограмм. Арбуз 2,95 за килограмм. Финики, ну тут я не знаю, финики никому не интересно, там 20 дирхам упаковка, есть по 11. В общем, сказали, финики это для них чуть ли там не священный продукт. А сколько сказали, например, чтобы выжить, им сказали, нужно съесть, выпить стакан молока и сколько фиников? Я помню, 3. По-моему, 3 финика съесть, это чтобы выжить. В день вот такая вот порция. Просто финики, тут говорят, какой-то суперпродукт, который там содержит кальций, и, там, короче, во время всех экскурсий про финики рассказывали. То есть и в священной книге у них тоже написано много чего про финик. Выбор здесь огромнейший, здесь все есть, со всего мира привозят в эти супермаркеты. Так, смотрите, актимель 9,50. Потом, ну, всякие йогурты, молоко 1 литр, получается 5,80. Потом 15,50, это уже вот такая большая баклажка, сколько тут хоть, наверное, литра 3. Йогурты в ведрах 6,30, 1 килограмм. Ну, вот водичка, давайте, смотрите, 1,5 литра есть, дирхам 65. 0,5 по 85 копеек, 75, 75, 90. Большая, вот в принципе в основном 1,65 стоит. Есть еще 1,40, есть и по 90, 1,5 литра. Так что цены здесь разные. Ну, все мы знаем цену на Кока-Колу, наверное, 3,15 стоит 0,5, баночка 2,50, литр 4,75 и 1,5 литра 6,30. Огромный выбор пива, но оно вроде бы тут все безалкогольное. Всякие энергетики. Ну что, мы уже возвращаемся домой. Мы все купили, все посмотрели. А вот здесь вот, за заборчиком, нужно пройти в такую улочку. И там вот светится наш отель Spectrum. Я думаю, вы это название уже тоже запомнили. Так, поворачиваем. Вот, нам надо сюда идти. Это, по-моему, самая стрёмная улица здесь, по которой я ходил. Не, ну как стрёмная. Они как бы вообще, типа, не стрём, просто выглядит самое это. И тут наш отель. И мусорники здесь. С одной стороны под окнами он. С другой стороны парковка. Ну да. Вернулись мы в наш номер. На этой прекрасной ноте буду заканчивать видео. Мы так замучились. Вот. Дубай просто высасывает из нас всю энергию. Так вот. Поэтому всем огромнейшего счастья, здоровья, чтобы все у вас было хорошо, море позитивной энергии. Так, всем пока, счастья, здоровья, мира, добра, удачи. С вами был Алексей Крылов, жена Алексея Крылова.